Британской семье Редфорд, которая считается самой большой в Соединенном Королевстве, родился 19-й по счету ребенок. По данным некоторых СМИ, счастливая мать размышляет над возможностью родить еще одного ребенка. Ноэль и Сью познакомились, когда были еще детьми. Молодые люди сразу понравились друг другу и через несколько лет начали встречаться. Через некоторое время влюбленные переехали в собственный дом и поженились. После свадьбы Ноэль и Сью в семейном совете решили, что хотят завести еще несколько детей. Это необходимо, чтобы чувствовать всю полноту семейного счастья. Тем не менее, после того, как на свет появился четвертый малыш, молодые люди поняли, что не хотят останавливаться на этом. Когда Сью была беременна пятым малышом, пара приобрела собственный бизнес – большую пекарню. При этом Сью и Ноэль не используют кредитные карты. И каждый год всей семьей выезжают за границу отдыхать.